Алматинские антикоррупционеры составили рекомендации для налоговиков и таможенников. Специалисты департамента провели анализ работы указанных органов и пришли к неутешительному выводу. Борьба с теневой экономикой ведется не на должном уровне. Об этом говорят и прошлогодние коррупционные разбирательства. 2017 год привлечено сотрудников органов государственных доходов 15. Зарегистрировано 15 коррупционных правонарушений, и по ним приняты меры. В 2018 году 5 коррупционных правонарушений, они тоже доведены до окончательного результата.